девушка, которая в последнее время, вот особенно это лето, мы провели в анализе и работу с одной веткой, то есть активно работа с одной веткой. То есть у нас есть одна веточка, которая постоянно мы заходили, помогали в регистрации, она с 4000 баллов постоянно помогали, становилась. То есть не могли понять, почему. Но это была наша работа. То есть, в общем, мы мало работали с этой веткой. И сейчас расскажу, как мы работали с этой веткой. Сейчас, например, вот, по прошлому каталогу, там нету, просто сказать, сетевиков крутых. Там нету даже, я бы сказал, там люди вообще мало имеющие опыт в сетевом бизнесе. Но они вот за прошлый каталог сделали плюс 1500 баллов. Самостоятельно. Когда я начал с ними вот, в мае общаться, они вот, 2,5 меня спросили, начал с ними общаться, с этими девочками. Они говорят, у них 18 регистраций за каталог, то есть у них. То есть что это означает? Это, ну, такое количество людей, это мало для просмотра. Конечно, некоторые сначала не соглашались, но показать нужно было на личном примере. Вещи, которые девочки приезжали, поняли, что я имею в виду, если вы тоже поймете, что вы для ваших студентов, то только что пришел, что первое, что нужно организовать в этом бизнесе, это нужно организовать личный рекрутинг. Без личного рекрутинга вы дальше не сможете ни сопровождать, ни сама участвовать. Почему? Потому что рекрутинг – это основа на любом уровне. Вот кто лично смотрит на промоцию привлечь? Я. Сколько лично у нас прошло регистрации по прошлому году? Примерно. Больше 100. Больше, да. 77. Я сам еще не смотрел. 187. 187. А в этом каталоге уже ближе к сотне за первую неделю. А почему? Потому что мы настраиваем рекрутинг и личный. То есть, прежде всего, нужно начинать с себя. То есть, если вы не научитесь, не сделаете личный рекрутинг, то вы не сможете обучить своего новичка этому рекрутингу, передать ему эти знания, умения. Даже что вы не говорили про методы работы. Главное просто взять и самому начать делать. А потом уже обучать свою команду, которая уже в некоторых есть, а в некоторых еще нет, это вполне нормально в этом бизнесе. А вот когда вы настроите личное рекрутирование, вот тогда ваши новички, которые к вам будут приходить, они будут за вами повторять. Есть такой вид коммуникации, что бы вы ни говорили, как бы если вы не говорили, если вы не делаете, структура не будет повторять, что вы говорите. Она будет повторять, что вы делаете. Просто это вот все взаимосвязано. Если вы говорите энергию, то есть если вы энергию даете своей команде, то что вы рекрутируете, энергию голоса не передать, ее нужно только действительно передать своим обычным. И вот вы вернемся к этой ветке, и вот она за лето просила, она на 1000 баллов. То есть кто-то за лето просил, а кто-то остался на одном уровне, согласны? На та ветка, можно сказать, на 100% вырос. Почему? Потому что есть несколько лидеров, которые поняли, начали рекрутировать. Сначала в первый каталог они понемногу увеличились регистрацию, там с 18 регистраций на 100 регистраций. Нет, первый каталог у них было 26 регистраций, когда вы общались на первый каталог. На второй каталог 30, по-моему, на четвертый 46. 40, я не начал вот эти каталоги, когда уже на второй каталог, на первый каталог еще небольшой прирост был, но как раз именно на третий каталог начали прирост примерно 10%. Бесплатные уже, но не сразу же вышли на следующий каталог на директор, можно сказать. Потому что из-за того, что сами активизировались, что я провел работу, так же можно проводить со своими, то есть они лучше будут включаться. И вот уже на четвертый каталог у них было 86 регистраций, прошло по последнему каталогу 126 регистраций. То есть они увеличили рекрутинг, я закажу на них пулемки, уже сами пулемки ведут, я должен брать с ними, я просто послушаю их, все нормально, возьму слово, похвалю, потому что ветка действительно делает прогресс. Они услышали, что я им сказал, иначе есть вот у них ветка 6000 баллов сейчас. Как бы, почему? Потому что, и вспомните, ну, вот есть понятие реклама, есть понятие ручной рекрутинг. Для того, чтобы кто не директор. За директора? Ну вот, смотрите, лично, если хотите быстрее выйти на уровень директора, во-первых, у вас должна быть одна личная регистрация в день, и,
во-первых, это вам быстро даст выйти новые 9%. Да? Ну, никак не так. То есть это примерно 3-4 каталога. То есть именно будете проводить. Если больше будете проводить, отлично. И ручные регистрации. Почему говорю? Потому что по рекламе немного другой выход, особенно таргетированный. Там побольше нужно, чтобы выходить на уровень с помощью рекламы. Там нужно 3-4 регистрации идти с рекламы, чтобы было просто. А если ручный метод, то, ну, вот, в принципе, очень даже подойдет сначала одна регистрация в день и лучше на бизнес. И рост не сразу же. То есть запомните вот эту. Некоторые думают, хотя все сразу же, такого не бывает. Но у нас этого не было. Кто смотрел, я не показывал даже у последнего видео, когда итоги пошел каталог. Если посмотрел, она показывала, что не сначала, то есть у нас сначала первый каталог 0, второй каталог 0. То есть не так же почти, как и многие из вас. Просто мы настраивали рекрутинг, он всегда у нас идет. Всегда. Сложно, но не сложно. Просто помните, но вот когда вы выйдете на хороший доход, вы свой доход можете сделать, вот, да, мы лучше не рекрутировать сейчас. Надо партнером рекрутировали. Да, партнером. Когда у вас будут деньги, вы можете спокойненько перенаправить свои деньги, которые вы заработали, на привлечение трафика людей в свою команду. Есть такой понятие бизнеса, он любит, когда в него вкладывают или личное время, или деньги. То есть здесь нужно что-то выбирать. Нет денег, нужно вкладывать личное время. Или пока жалко денег, не плавно, к примеру. И что могу сказать, вот что у того директора, вот кроме тысячи баллов, то, чтобы ваша структура росла, нужно 40 регистраций, чтобы проходило не в рекламе. Вот именно 40 плюс. То есть я заметил, когда ветка начинает прорастать, это когда от 40 регистраций. В каталог. В каталог, не в день. 40 регистраций в каталог, чтобы было. Да, ну вот смотри, давайте, может, тебя разберем. А что делать? Твою структуру разберем. О, давай. Смотри, не просто пример. У тебя в работе 10 тысяч баллов. По твоей структуре, потому что у тебя много людей, кто-то что-то делает. И берем просто одну ветку твою. Возьмем Валю Омскую. Она на 19%. Для того, чтобы она начала перерастать, нужно вот на ее уровне уже 35-40 регистраций проходить, чтобы она стала директором. Да. Чтобы структура проходила. Валя, поняла? Я этого по твоей структуре не вижу. Я вам говорю, потому что все свои, я посмотрел, даже кто-то не сюда приехал. У большинства просто мало регистрации, последние месяцы. Вот поправьте, вот все лето я смотрел, больше лично любого группы, конечно, смотрел, но директоров, то есть я даже недавно проводил, не знаю, были или не были, но это уже в чате структуры планового, да, вот проводил анализ, конечно, все. Кто-то посетил всегда, что вы дал анализ на его структуру, но кто дал вот там Лилетка Ирина и Наталья Степанова. Она дала тогда, по-моему, увеличила количество регистраций, сразу же пошел вперед. То есть именно можно с вами пообщаться, да, там в директорском говорить еще по этому поводу, когда клиент, потому что сейчас более активно сам с этими людьми работать, с Светкой. И, соответственно, провести. Прямой эфир, как смотреть, да, новичков, вы должны тоже, если у вас есть детские ветки, то нужно смотреть, сколько регистраций у вас прошло, какого прошло. Нужно вот 20 регистраций вам должно проходить. Это вам, вот честно, 20 регистраций, если структуру как проходить, это уровень где-то 12-15% между ними будет держаться. То есть если структура проводит, поправить, если сказать, чтобы вот дальше расти 40+. Нужно именно. Ну, никак. То есть здесь все зависит от вас. Вот есть таких сегментов, которые вам нужно уметь и делать всегда. То есть, если что-то упадает, то система сразу же ломается полностью. Вернее, если третье убрать, еще как-то будет держаться, а если первое убрать, сразу же все ломается, и можно даже не строить бизнес. То есть первое перекрутим, что мы с вами сейчас говорили, личный путем он всегда должен быть на любом уровне. Вообще на любом. То есть у нас же рекрутинг, сами видите, есть. Не просто так. Мы дальше строим ветер, у нас 29 вышло в этом готовый ветер. Не просто дальше идем. У нас выросли те структуры, которые после февраля, когда все Украина ушла у нас, Германия, Евросоюз есть, потому что не только Германия структура была.
надо восстанавливаться пошла, а новая, как что там видео самостоятельно. Почему нет? Важно вот это. Рекрутинг это вот именно, если начнете проводить команды, и здесь очень важна команда. То есть и команда начинается с вас, с как с лидера. Во-первых, когда новички к вам приходят, они приходят на вас. Если вы не рекрутируете, почему я говорю, если вы не рекрутируете, рекрутировать не будут. Вы начинаете с себя, то есть настаивайте рекрутить, а потом начинаете работать с командой, обучать ее. Вот это второе уже, обучение своей команды, оно должно быть всегда на постоянной основе, каждый готов. Чтобы вы, когда устроили свой личный фильм, уже смогли обучить своих новичков. Если сами умеете, то и научите свою команду. Не умеете сами, и у вас даже новичков, не готовы, нужно будет обучать, по сути. А третье – это самообучение. Но самообучение, оно больше идет, как мне сказать, с того уровня, когда все устроено, когда все хорошо, либо идет, но вы как лидер должны искать что-то новое для своей команды, что-то какой-то метод общения, метод рекрутинга. Но когда все настроено, первые два, не забывайте. Потому что некоторые начинают не запрягать велосипед, когда еще тот педаль не крутится у того. Поэтому здесь вот самообучение, здесь нужно понять, что какие-то изобретания велосипеда свободное бизнесовое время. То есть, чтобы потом вы смогли это уже делать в своей команде. Вот, Катюша сделала правильное замечание, из всего твоего выступления было понятно, что только приз регистрации и все. Какие регистрации? Активно. Ну да, здесь просто важный момент понимать, что если, например, новичок приходит в бизнес, и мы с Пашей говорили на рекрутинге, и он говорит, я хочу контент на рекламу, и запускает ее, это регистрация на покупки. Я это уже говорил, если ты это упустила. 30 ручных регистраций, а в основном основной бизнес. В общем, если человек отказал, бизнес может всегда предложить дисконт. Всегда нужно предложить дисконт. Вот у нас лидер, буду говорить, она сейчас, она была директором, упала на 12%, но это все, наверное, 400 тысяч. Когда первый раз 1000 включили, 4 каталога, все хорошо выросли, но потом структура начала ходить. Сейчас структура меньше вдвое получается. А вот если с рекламы, умножает на 3 на 4. Понимать, что первый рекрутинг, ну, вручную, как рекрутинг, вручную начать. Смотри, Яндекс, сейчас, честно говоря, можно, очень нужно убедиться, чтобы по выгодной цене появились регистрации шли. Я просто не буду, я не люблю врать, я не говорю, то есть у нас 250 идет, да, много идет, но мы себе можем позволить там уже и 10 тысяч в день потратить. Но как вот если новичок приходит, то в Яндекс, он может быть и даст рост с регистрациями, но нужно понимать, что должно быть вообще на постоянной основе. То есть любое, что рекрутинг, что если вы пошли развиваться в платной рекламе, внимание бюджета рекламы туда должно быть на постоянной основе всегда. Из каталогов, всегда не так. А вот же вышел на директора и все. То есть обычно, когда Яндекс реклама, да, я хорош, то есть я не спорю, но все равно, если вышел на директора и перестал рекрутировать, останется деньги. 1200 и полторы. То есть, потом это наоборот будет выходить, но медленно уже. Почему? Потому что там это покупатели, которые не заинтересованы в бизнесе, они пришли что-то купить. Да, свеж. Что-то купить и так далее. То есть они не заинтересованы, некоторые постоянно покупают. У нас сколько мы уже не запускали, то у нас до сих пор некоторые делают заказы, то есть запускали 4 года назад. То есть они уже делают, молодцы. То есть мне кто-то постоянно остался, и все. Я так понимаю, что вы еще контекст запускаете на бизнес? Нет. Единственное, на бизнес, что мы запускаем, это продвижение нашего профиля ВКонтакте, чтобы заходили, смотрели, что за человек, и из этого уже подписывались. А так, чтобы в контексте запустить запускал. Но лучше не запускать. Почему? Потому что жалко потраченного времени на работу этих людей. Почему? Потому что они проклетируют, регистрируются и все. Им наплевать, что там, какие видео нужно посмотреть, они вообще зарабатывают. Мы сейчас, вот они зарегистрируются, и у них попрет. Они даже не поняли, в большинстве случаев, это 99%. Если каждый сотый хоть что-то нужно делать, то оно супер. Вот, ну, лично, то есть где-то каждый сотый оформляется раз.